Вкуснейший шоколадный торт быстрого приготовления. Максимум 20 минут работы, и посмотрите, какая красота. Всем приятного! Нам понадобятся вот эти печенюшки. 250 грамм. Закидываем в блендер. 50 грамм растопленного сливочного масла. Добавляем в крошку. Хорошенько перемешиваем. Формирую форму. Если она держится, значит готово. Беру форму для торта. Радиус у нее 23. Перекладываем. Стаканом все утрамбовываю. И убираю в холодильник. 3 плитки шоколада. Растапливаем микрогали шоколад. Нам понадобится 450 грамм Филадельфии. Это ровно 3 пачки. На этот раз я взяла лайт. Сахарная пудра 2 столовые ложки. Перемешиваем. Растопленный шоколад. Быстренько-быстренько все перемешиваем. Масса у нас получилась красивая, но не пышная. Нужны сливки. 450 миллилитров сливок. Ребята, сливки должны быть холодные. Масса у нас держится. Перекладываю все в нашу смесь. Насколько он получился у нас пышненький, пористый, воздушный. Видите, сколько, насколько он пористый. Смотрите. За минут 10-15 печеньки наши уже застыли. Перекладываем всю смесь. Вот такой штучкой нужно выровнять наш тортик. Надеваю пищевую пленку и убираю в холодильник на 8 часов. Для ганажа нам понадобится 100 грамм шоколада, 60 грамм сливок, 20 грамм сливочного масла. Все нагреваем в микрогале. Ребят, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Мне очень интересно читать ваши комментарии и общаться с вами. Обязательно приготовьте этот тортик и напишите мне, понравилось вам или нет. Всем хорошего дня!